Соединенные Штаты убедили Центральный банк Дубая заморозить перевод денег Тегерану. Через этот банк проходит 60% доходов от экспорта иранской нефти. Банк считается главной финансовой трубой Тегерана и основным источником наличия денег Исламской Республики. По мнению источников в Пентагоне, в связи с решением Дубайского банка, большинство масштабных проектов по всей территории Ирана будет парализовано, что в свою очередь ударит по руководству страны.